Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы с вами будем тестировать, так скажем, продукцию от компании Чудо. Я очень люблю все от Чудо. И все, что я нашла в ближайшем супермаркете, я купила. Значит, это молочный коктейль, питьевой йогурт, 5 видов других йогуртов и еще сырочек, так скажем. Даже не знаю, с чего начать. Давайте лучше всего начнем с Чудо молочный коктейль. Давайте цены тоже я вам буду говорить. Стоил он 3 маната. Итак, посмотрим на цвет. Нежно-розовый, прям как я люблю. Честно, в детстве это был мой любимый просто напиток. Я вообще любила молоко. Сейчас все поменялось. Очень вкусно, 5 из 5. Там был и шоколадный, и, по-моему, с бананом, но я решила взять с клубникой, потому что клубничный – это прям мой любимый вкус всего, любого йогурта. Я всегда беру именно клубничный. Это мой must-have, так можно сказать. Вообще, один раз снимала для вас видео про йогурт. Я выбирала лучший йогурт среди 10, но потом в комментариях девчонки писали, что это как-то нечестно, потому что я брала разные йогурты с разными вкусами. Итак, первый, который мы будем испытывать, это 2 слоя творожный клубника. Действительно, здесь 2 слоя, вы можете наблюдать. И давайте попробуем. Часто такое было, что я, например, покупаю йогурт от одной марки, мне он совершенно не нравится. А какой-то другой вкус очень даже. Посмотрите, какой он густой. Обожаю, когда йогурт густой. Пробуем. Кстати, этот был дороже всего. Ой, да, какой он воздушный прям. Как же это вкусно, ребята. Вот это творожное, которое наверху, оно настолько воздушное, оно настолько вкусное. Прям тает. Вот даже... Вы слышите этот звук? Здесь как будто мелкие пузырики. Вкуснотища просто. Очень нравится. Если вам понравится подобное видео, следующий у нас будет Activia. Ну вот это вот. Абсолютно честно говорю, это лучший йогурт, который я когда-либо в жизни кушала. Жалко, что был только один. Там был еще с вишней, но я решила взять просто с клубникой. Идем дальше. Вот этот желтый, я сначала думала, что он с бананом, но оказалось нет. Пудинг молочный, ванилин. Ой, ваниль. Ванилин. Вообще чокнутая крыша поехала. О-о-о, желтый. Такое, господа, вот так вот он выглядит, он желтый. Его, кстати, на прилавке было больше всего. Теперь я понимаю, почему. Он не очень вкусный. Непонятный какой-то вкус. Не то что не супер, он никакой, если честно. Нет, однозначно мне вообще не нравится. Дальше следующий. Опять клубничный. Чудо. Это уже легкий йогурт. 2,5% жирности. Пробуем. Опять же облизываем. Самый вкусный йогурт всегда бывает вот на вот этой штуке.
попробуем. Этот тоже, кстати, густой. Вы посмотрите. Видите, какой он густой? Он даже не капает. Одна и та же серия. Вы посмотрите. Этот вообще прям жиденький. А вот этот достаточно густой. Очень вкусно. Клубничный йогурт, это вообще. Я сегодня была в большом супермаркете, снимала для вас влог. Скорее всего, послезавтра влог уже выйдет. И вы знаете, продавалась клубника. Я уже вот так вот потянулась ее брать. И вдруг я увидела ценник. Я просто ужаснулась. Меня шарахнуло током. Я развернулась и ушла. Такая цена сейчас на клубнику. Это что-то с чем-то. Вот берите йогурты и кушайте. Я говорила сама себе, что буду по чуть-чуть пробовать каждого. Но я просто не могу остановиться. Прям такое ощущение, что ты кушаешь клубнику. И пахнет, кстати, тоже. Следующий. Шоколадный. Я знаю, что у него очень много фанатов. Можно сказать, что моя подруга, даже две подруги любят этот шоколадный йогурт. Так, пудинг молочный, вкус шоколада, чудо. Пробую. Пахнет прям шоколадом. Причем, знаете, не молочным, а вот таким темным шоколадом. Пробуем. Чудо не поняла. Опять не поняла, минуточку. Неплохо. Не вау, но неплохо. Но я знаю, что у этого йогурта есть очень много фанатов, поэтому я боюсь, что вы обкидаете меня камнями. Поэтому ничего плохого говорить не буду. В принципе, он неплохой, но не на мой вкус, если честно. Я больше люблю какие-то фруктовые, не знаю, молочные, воздушные. Этот, это вообще прям сказка был. Жалко, его не осталось. Что-то с чем-то просто. Дальше. Следующий у нас чудо сливочный йогурт, персик и маракуйя. Что-то экзотическое, если честно, я не особо фанат. Но посмотрим. Маракуйя. Ты мне уже нравишься. Вот этот тоже густой. Вы посмотрите, какой густой. Вот. Супер. Просто супер. Нет слов. На первом месте у меня пока что этот. Очень понравился, очень. Следующий это йогурт, персик, манго, дыня. Дыня как-то не особо мне, но посмотрим. Делаем вот так вот, прежде чем открыть. Люблю, когда в холодильнике
не знаю, 3-4 йогурта. Но у нас дома такой никогда не бывает и никогда не было, потому что как только у нас в холодильнике появляется хоть один йогурт, все, я сразу его скушаю и все. Вообще, иногда я смотрю фильмы, и я в фильмах вижу, что у людей заполненный прям холодильник, и мне реально так завидно. Я думаю, у меня никогда в жизни такого не было, и я думаю, что в моей семье тоже такого никогда не будет, потому что продукты просто так у меня не остаются. Необычный вкус, очень необычный. Сочетание дыни и персика – это что-то необычное. Мне кажется, лучше было бы, если это был бы банан и персик. Ну так, неплохо, но и не вау, ребята, честно могу сказать вам. Следующий. Вот эти вот сырочки у нас в детстве. Сырочки, правильно? Вот такой вот сырок для нас с братом в детстве. Это было вообще самое лучшее вознаграждение. Мы просто за этот сырок могли поубивать друг друга, подраться, избить друг друга. Так что теперь, когда ты уже большая, взрослая, ты вытаскиваешь свои денежки в магазине, сама себе покупаешь сырок, ты такая думаешь, ха-ха, крутая. Ребята, я искренне извиняюсь за вот эти вот шуршания. И давайте пробовать. Вкусно, но он очень сладкий. Хорошее настроение. Я сейчас выгляжу как чучело, но во влоге вы убедитесь, что я делала кудри очень красивые. Еще купила себе вот такой вот чехол. И всего за 5 монат. Так, давайте подведем итоги. Сырочек был настолько маленький, что я даже не успела почувствовать его вкус. Что касается йогуртов. Самый вкусный йогурт – это творожный 2 слоя. И он, кстати, самый дорогой. Если вот эти вот стоят по 50 копеек, то вот этот стоит 1,50, то есть в 3 раза дороже. Но что касается вот этих вот дешевых, этот вообще мне не понравился. Он на последнем месте. Это на первом, на втором с клубничечкой. На третьем с маракуйя, короче, вы поняли. 4-е место, наверное, вот этот вот. Молочный коктейль мне понравился, даже очень понравился. Но я его и раньше пробовала, если честно, это для меня не что-то новое, просто мой любимый напиток. И дальше здесь чудо-йогурт, если честно, не особо. В сочетании дыни и ананаса. Не очень. В общем, как-то так. Если вам понравилось это видео, то обязательно пишите в комментариях. Мы то же самое сделаем с Активия, потому что я увидела на прилавке очень много было всяких йогуртов разных вкусов от Активия. Они, правда, стоят дороже. Как раз протестим и посмотрим, насколько они вкуснее. Пишите в комментариях, если вам интересно. Также обязательно не забывайте подписываться на мой инстаграм. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока!